хочу раскрыть небольшой секрет. Лично я никогда не участвовала в бесплатных марафонах. И как ни странно, вроде бы мир технологий все так быстро развивается, столько разных предложений. Ну, максимум, на что меня хватило, это просто зарегистрироваться. Ну и где-то там раз в 2 недели посмотреть какое-то письмо, о чем там идет речь. И все. Все программы обучения, в которых я участвовала, которые я проходила, это в основном были дорогие платные продукты, в которых уже есть какие-то рекомендации, которые есть уже какие-то, я вижу результаты своих коллег или других каких-то клиентов своих. Если инвестировать свое время, то только в стоящий платный продукт. А сегодня, получается, как не парадоксально, но я приглашаю вас на марафон, на бесплатный марафон, на подарочный марафон. Марафон, который мы предлагаем, он рассчитан на женщин. Это исключительно женский продукт. Я работаю бизнес-тренером, я эксперт в управлении мотивацией персонала. И, естественно, анализируя спрос своих клиентов, я наблюдаю такую тенденцию, что очень многие женщины, они как-то зачастую идет дисбаланс какой-то из каких-то сфер женских. То есть, или же это акцент на личность, на меня. Мне такой красивый, идет бесконечный тюнинг до фанатизма. Или же это акцент на сферу деятельности, на бизнес, на карьеру. Женщина превращается в мужчину, она конкурирует с мужчинами, идет такой жесткий дисбаланс. Или же наоборот, женщина ныряет полностью, растворяется в своих отношениях, включается с головой в отношения семьи, любимые, дети. И нет этого баланса, который очень нужен. И наблюдая эту тенденцию, ко мне пришла идея обратиться к ряду экспертов, которые в свое время были полезны мне, которые в свое время помогли лично мне. Это Вита Коновалова, это эксперт по созданию осознанного образа, и Ирина Соловей, автор программы «Счастливо быть легко», эксперт по сбалансированным счастливым отношениям. Я предлагаю девушкам сотрудничество в рамках этого продукта. И анализируя на этапе подготовки, мы приходим к интересному решению. Вернее, девушки предлагают запустить бесплатный марафон. Я как-то отнеслась изначально скептически, марафон бесплатный, кто захочет тратить время? Ну, я, естественно, думаю о своей колокольне. Но когда в процессе подготовки этого марафона ко мне приходит осознание, и я понимаю, что этот марафон нужен мне, так как всего несколько минут, до 15 минут в день, которые включают исполнение таких крутых, реально эффективных упражнений, они позволяют женщинам сдвинуться с той мертвой точки, в которой они погрузли, то болото обстоятельств, которые их держит. Получается, что ничего не мешает сделать 2-3 упражнения в день, которые наведут мягко, не отрывая вас от вашей повседневной жизни, не сбивая вас с вашего ритма, но поможет вам более осознанно посмотреть на себя, на свою жизнь, на свои отношения, на себя как личность, на реализацию себя как какого-то эксперта, как реализацию себя в этом мире, в своем деле. И я понимаю, что эффективность этого марафона, она не заставит себя ждать. В принципе, я не хочу сказать, что это будет какой-то волшебный эликсир, капелька которого превратит вас в принцессу, суперуспешную, красивую, счастливую. Но этот марафон, он даст вам тот старт, которого, возможно, капельку, которого мне не хватает каких-то сил, каких-то обстоятельств. Этот марафон, я еще раз говорю, это подарочный марафон. Я осмелюсь сказать, что этот марафон — это вообще подарок Вселенной, который я, Ирина и Вита готовы вам подарить, исходя из личного опыта, исходя из тех результатов, которые получили мы, используя эти инструменты, которые мы будем предлагать в марафоне. И я буду очень рада большому количеству участниц, потому что это прекрасная возможность большому количеству людей одновременно быть полезной, одновременно передать те ключевые, сбалансировать те ценности, которые нужны лично каждой в отдельности.
Итак, приглашаю вас на бесплатный марафон «Сила женственности», который стартует уже совсем скоро. Следите за новостями, ставьте лайки. До новых встреч. С вами Владимир Пинцак, эксперт по управлению мотивацией персонала. Удачи вам в бизнесе. И помните, что вы – это самый успешный бизнес-проект в вашей жизни.